30 июля. В 2021 году в Харькове. В 5:41 по Киеву никак я не доеду на работу. Скрыли облака луну, пока добирался. Облака исчезли. Да и ветер стих. А еще вон какая красота. Хотел снять, в общем-то, вот эти параллельные лучи солнца. Акцентируя внимание на том, что они параллельные. Наглядная демонстрация эффекта перспектива. Совершенно недавно об этом не то, что заставило задуматься. Одна из программ, которую я прослушивал. Действительно, но очевидно кажется, что под большим углом друг от друга лучи солнца расходятся в стороны. Крайний правый, крайний левый, грубо говоря, крайний. Тем не менее, понятно, что источник света один, солнце, удаленное от нас на 150 миллионов километров, и каждый из лучей соседних совершенно идеальную параллельность должен иметь. Ну, не должен иметь, а и имеет. Красивый эффект. Расходящихся лучей солнца. Ну, поехали еще раз к Луне. Раз уж погода предоставила нам такой шанс поснимать эту красоту. Обещают сегодня грозы в Харькове. Но пока повезло. Ч
чудненько. Июля 2021 год, Харьков, 5:46 по Киеву, Харькове. Пора на смену.